хорошо. Побывав только на трех точках, Алексей Текслер активно интересовался вопросами рекультивации Коркинского разреза, объемом средств и техники, работающей на местной свалке, а кроме этого призвал чиновников брать инициативу в свои руки и помнить о том, что избрали их люди. Поэтому о доверии забывать не стоит. Что же касается мусорного полигона в Полетаево, временно исполняющий обязанности губернатора пообещал встретиться с местными жителями отдельно и обсудить все волнующие их вопросы. Во время интервью свое решение изменить маршрут поездки Алексей Текслер объяснил тем, что изначальные планы его не устроили. И добавил о том, что отправился по так называемым болевым точкам, не пожалел. А также поставил сразу несколько задач: не тянуть с работы по Коркинскому разрезу и в первую очередь решить вопрос с сортировкой и переработкой мусора на Полетаевском полигоне. Все подробности первой рабочей поездки Алексея Текслера в вечернем выпуске программы «Городские новости» в 18:45.